эфире информационная программа «События». Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Дома, с управлением которых не справились частные коммунальщики, перейдут в ведение муниципальной управляющей компании. На ее создание с городского бюджета направят 50 миллионов рублей. В этом году в казну областной столицы дополнительно поступит 5 миллиардов рублей. На что еще направить деньги, депутаты решали на 62-м заседании Самарской городской думы. Социальная направленность сохранится. Деньги пойдут в основном на сферу образования, а также на капитальный ремонт, на благоустройство города, культурно-массовые мероприятия к 70-летию Победы и сферу ЖКХ. 5 миллиардов рублей из вышестоящих бюджетов – серьезная надбавка в городской бюджет. 50 миллионов планируется потратить на создание муниципальной управляющей компании. Парламентарии планируют отдать в ведение муниципального предприятия наиболее проблемные дома. Мы на протяжении уже нескольких лет говорили об этом, и об этом говорил нам и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, о том, что должно быть создано предприятие или предприятие существующее, наделенное соответствующими полномочиями, муниципальное, то есть то, которое связано с государством, которое должно задать в том числе стандарт там, качественных коммунальных услуг. Финансовые вопросы не только со знаком «плюс» решались на 62-м заседании городской думы. Контрольно-счетная палата предоставила депутатам отчет о контроле реализации муниципальных программ за 2014 год. В результате проверок выяснилось, что неэффективное использование средств и необоснованные траты привели к финансовым нарушениям в 233 миллиона рублей. Чтобы история больше не повторялась, контрольно-счетная палата выступила с предложением проверять муниципальные программы до их утверждения, а не когда вернуть деньги будет уже невозможно. Позволит учесть замечания и предложения счетной палаты на стадии разработки проекта. Данное предложение в настоящее время находится на рассмотрении в администрации города. По выявленным случаям нарушений направлены обращения в прокуратуру и правоохранительные органы. Несколько заявлений уже рассматриваются в суде. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. 14 миллионов рублей поступило в областную казну в феврале за счет продажи патентов для мигрантов. Стоимость одного патента по сравнению с прошлым годом выросла в два раза – с 1200 до 2500 рублей. Эту сумму устанавливают областные власти. По регионам стоимость разнится. Для сравнения, в Москве патент стоит 4000 рублей, в Ханты-Мансийском округе – 7000. Впрочем, увеличение стоимости патентов не уменьшило количество мигрантов в Самарской области, в то время как в целом по России их количество сократилось на 30%. Теперь региональное правительство вправе также совсем приостанавливать выдачу патентов, тем самым регулировать количество мигрантов на своей территории, может также указывать в патентах и профессию. Если, допустим, мы будем понимать, что на рынке труда у нас избыток мигрантов по каким-либо профессиям, мы можем ограничить прием мигрантов по данным специальностям и тем самым дать возможность регулировать рынок труда, привлечь наше коренное население на эти специальности. Ответственный бизнес включается в благоустройство Самары. Глава администрации города Олег Фурсов встретился с руководством завода «Кока-Кола». На встрече речь шла о сотрудничестве между предприятием и городскими властями. Самарский завод «Кока-Кола Хеленик» – один из крупнейших в регионе. Компания исправно платит налоги в городской бюджет. На встрече с мэром Самары Олегом Фурсовым представители предприятия предложили реализовать в городе крупный спортивный проект к чемпионату мира по футболу. Обсудили и другие направления сотрудничества. Пожелание участвовать в городских проектах, ну, в первую очередь, по благоустройству города, поддерживать порядок, чистоту, что мы, собственно, всегда и делаем. Пригласил нас к участию в городском субботники, месячники по благоустройству. Я думаю, что это тоже для всего города очень важная инициатива. И мы, конечно же, будем стараться помогать во всем и участвовать во всех таких социально значимых акциях. Пока достигнуты только предварительные договоренности. Представители компании не хотят заранее раскрывать все секреты своего проекта. В ходе встречи глава администрации Олег Фурсов рассказал, что постоянно ездит с проверками по районам и во время одной из них намерен посетить предприятие. Хочу в марте проект посмотреть, как были выполнены указания и те протокольные решения, и с удовольствием посетил бы ваш завод. Окончательные решения в сфере сотрудничества завода и администрации Самары будут приняты в ближайшее время. Алина Чемерис, Константин Головин. События.
Решение, которое уже принято, в столице региона разработают программу развития МП «Пассажиравтотранс». Об этом сообщил глава администрации Олег Фурсов по итогам посещения транспортного комплекса муниципального предприятия, расположенного на улице Блюхера. В организации, которая специализируется на автобусных перевозках, работают почти 1500 сотрудников. Автопарк составляет 2500 автобусов. Каждый день услугами предприятия пользуются порядка 130 тысяч человек. Развитию сферы общественных перевозок в Самаре уделяется особое внимание. На днях муниципальное предприятие получило крупную партию новых автобусов, закупленную на средства бюджета всех уровней. 82 новые машины позволят обновить автобусный парк города на 30%. Важный момент развития города – повышение качества услуг для горожан. Я думаю, что на протяжении нескольких лет мы серьезные инвестиции в это предприятие вложим для того, чтобы и базу обновить, и сами помещения, ангары привести в надлежащий вид. Тем временем в Самаре началось строительство подземных переходов на Московском шоссе. Работы ведутся на пересечении Советской армии. Здесь движение перекрыто по трем полосам в направлении из города. Также переход строят возле торгового центра «Империя». Тут движение ограничено в сторону проспекта Кирова. Ориентировочно работа продолжится до 30 ноября. А в самарской подземке теперь звучит один из самых красивых женских голосов. Станция метро объявляет ведущая телеканала «Самара ГИС» Татьяна Дмитриева. Озвучку решили изменить по многочисленным просьбам пассажиров. Прежняя вызвала резкую критику со стороны горожан. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – спортивная. Для ведущей телеканала «Самар ГИС» Татьяны Дмитриевой предложение объявлять станции в метро стало приятной неожиданностью. На телевидении Татьяна работает более 20 лет. Голос – один из главных рабочих инструментов. Мягкий и приятный тембр Татьяны отмечали всегда. Она нередко озвучивала документальные фильмы по заказу московских режиссеров. По словам Татьяны, объявлять станции пассажирам метро даже сложнее, чем говорить с экрана телевизора. Этот голос не должен никого раздражать. Но и должен доходить до сознания пассажира, не должно быть такой тихой, равнодушной, монотонной интонации. Ну и не должно быть, конечно, динамики в голосе, каких-то красок, интонирования повышенного. Потому что если человек едет в метро несколько станций каждый день по несколько раз, и, естественно, он будет на это обращать внимание. Изменения в системе информирования в самарской подземке приурочили к открытию станции метро «Алабинская». В течение месяца в вагонах было техническое оповещение. Судя по отзывам в соцсетях, пассажиры были от него не в восторге. Слышать голос Татьяны Дмитриевой, говорят, куда приятнее. Мне нравится. Слышно хорошо, звук хороший, все понятно и ясно. Нормальный голос, тембр. Ну, все четко, но главное, чтобы было слышно объявление остановок. Мне все понятно, слышно хорошо. Все устраивает. Вкусы пассажиров метро полностью совпали с мнением сотрудников самарской подземки. Я думаю, что этот голос на многие года, думаю, будет на вагонах метрополитена. Ну, конечно, с открытием новой станции придется снова переписать речевые информаторы. Я думаю, что если телеведущий Дмитриева захочет продолжить творческие, так сказать, отношения, то, я думаю, мы и в следующий раз тоже попросим ее. Работники метрополитена говорят, на сайт постоянно поступают положительные отзывы об изменениях в системе информирования. Теперь голос Татьяны Дмитриевой будет сопровождать самарцев по дороге на работу и домой. Станция Алабинская. Конечная. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в вагонах. Марина Кравцова, Алина Чемерес, Павел Пресняков. События. 6 и 7 марта в Самаре снова будут работать предпраздничные ярмарки. Горожане смогут приобрести продукты без торговых наценок. Ярмарки организованы областным Минсельхозом совместно с городской администрацией. Задачу по организации ярмарочной продажи сельхозпродукции накануне праздников поставил в своем послании губернатор Николай Меркушкин. Ярмарки будут расположены на пересечении Московского шоссе и улицы Нововокзальная, Авроры, Аэродромной, а также по адресу Пугачевский, тракт 13. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Ну, впрочем, купить продукты, накрыть праздничный стол, пожалуй, перед 8 марта – это прерогатива мужчин, а задача женщин в эти дни – принимать поздравления. Прекрасных дам самой активной жизненной позиции чествовали в Самарской филармонии. В воздухе аромат духов, на лицах загадочные улыбки, море цветов и подарков. И все это под аккомпанемент великолепной живой музыки под руководством маэстро Михаила Щербакова.
Представительницы прекрасной половины человечества собрались в филармонии по случаю женского праздника. Что не женщина, то история, загадка и талант. Фору дадут любому мужчине. Мечта поэта и сама симпровизирует. Сегодня в Самаре праздник. Веселый шум на улицах с утра. Отмечают женский праздник. Всем женщинам Самары! Ура! Матери, жены, подруги, хранительницы домашнего очага и руководители заводов, газет, пароходов. Для женщин нет ничего невозможного. Они спасают мир не только красотой, но и реальными делами. Это ведь не сильный пол, это они, так сказать, дряхлеют. А женщин слабый пол, они все вытягивают на себе. Тыл вытянули, войну вытягивали. И после войны все на себе тянули. Только благодаря женщине и мужчине становятся мужчинами. Здесь самые активные жительницы Самары. Руководители ТОСов, общественных организаций, работники школ, детских садов, представители власти. Женщины, которые даже в мире, где правят мужчины, всегда остаются женщинами. Иногда складывается впечатление, что на работе мужчины не замечают, как прекрасно их сотрудницы, их женщины. Это не так. Должен вам сказать, что мы всегда отмечаем любые изменения в вашем настроении, в вашем внешнем облике. Это позволяет нам и грамотно руководить, и правильно работать, и уверенно идти по жизни вместе с вами, с вашим настроением, с вашей поддержкой. В Самаре, наверное, женское лицо, это не только в имени, но и в содержании. Все, кто здесь присутствует, составляют как раз ткань сердца, да, нашего города. Призываю всех матерей здесь присутствующих очень и очень себя беречь, потому что вы очень и очень нам необходимы. Самых активных женщин отметили знаками почета и благодарственными письмами. А чтобы ни одна не осталась без внимания, власти областной столицы приняли решение. Ко дню города в Самаре появится памятник женщине. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События. Праздник, который будут отмечать весь год, 70-летие Победы в Великой Отечественной, 32 миллиметра в диаметре, многоцветное изображение знака Ордена Отечественной войны первой степени, между нижними лучами звезды цифры 1945 и 2015. Ветеранам поселка Сухая Самарка вручили медали, выпущенные специально к юбилею Победы. В этом году награды получат более 18 тысяч жителей Самары. В руках Юрия Ивановича Павлова великая ценность – медаль президента, юбилейная в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Таких наград одна на миллион, говорит ветеран, так же, как и Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, суровая, голодная, но победоносная, коснувшаяся каждого дома в поселке, где вырос Юрий Иванович. Вы знаете, как трудно люди жили. Все было разрушено, все было, ну... Ведь, честно говоря, кушать нечего. День и ночь только где бы что-нибудь покушать. И ведь знаете, вот в 45-м году война кончилась. В 47-м году мы уже стали жить более-менее нормально. Мы уже покушали хлеб. Свой собственный. В Куйбышевском районе в поселке Сухая Самарка проживает 61 ветеран Великой Отечественной. 26 из них получили юбилейные медали и ценные подарки от администрации района. В 55-й школе старикам всегда рады, не только по поводу. В учебном заведении много времени и внимания уделяют работе по патриотическому воспитанию молодежи. Мы отдаляемся от эпохи Великой Отечественной войны, и наши дети в силу возраста своего уже воспринимают Великую Отечественную войну, ну, как очень далекую. Постепенно из жизни уходят наши ветераны, и их скоро станет совсем мало. И поэтому наша святая обязанность довести до души ребенка значимость подвига великого нашего народа. Ветераны на школьников смотрят с надеждой. Им поднимать страну, им и жить в ней. И если они будут помнить истории, рассказанные теми, кто воевал, то, как и прежде, Россию в обиду не дадут. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. В Госдуму внесен законопроект о культуре. Он должен устранить недостатки имеющихся положений, облегчить жизнь работников культуры. С законопроектом можно ознакомиться на сайте Минкульта, пока он открыт для обсуждения и предложений. Тему продолжит Марианна Мирная. Нестыковки и недоработки в законах – явление нередкое. Предугадать и предусмотреть все тонкости и нюансы у законотворцев получается не всегда. Вот и в законе о лицензировании образовательных учреждений появилась неточность в отношении заведений дополнительного образования – школ искусств, музыкальных и художественных школ.
По нормам Санпина в зданиях должны быть отведены места под столовую, пищеблок и медкабинет. Но для школ дополнительного образования все это не обязательно, уверяют директора. Дети на занятиях находятся не больше 2,5 часов и проголодаться просто не успевают. Но и это не все. На примере своей школы. У меня школа расположена в памятнике культурного наследия федерального значения, дом, в котором жил Ленин. Это по улице Пионерская, 6. Так вот, чтобы мне построить там пищеблоки или медицинские кабинеты, конечно, придется пройти очень большую процедуру согласования, в котором я в итоге, я думаю, что я получу, конечно, отказ. И на тот момент, когда эта процедура будет проходить, то есть школу придется закрыть, а куда я пойду? На встречу с депутатом Госдумы Екатериной Кузьмичевой пришли представители сферы культуры. Вопросов в этой области накопилось через край. Это и понятно, жизнь меняется, а закон о культуре действует в нашей стране, принятый еще в 1992 году. В 2014-м председатель Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что необходимо сформировать и принять новый закон о культуре, адекватный сегодняшнему дню. Если не будет основ формирования культуры у населения, если не будет этих культурных ценностей, на которые нужно опираться при выстраивании всех абсолютно процессов экономических, политических и так далее, то не будет будущего у нашей страны. Законопроект о культуре должен быть принят в этом году. Если претензий со стороны культурной общественности к нему не возникнет, то на весенней депутатской сессии. Если же вопросов окажется больше, чем предполагают чиновники, то принятие закона отложат до осени. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События. Еще одна важная информация. С 5 марта начал работу обновленный сайт мэрии Самары. Новая версия разработана на современной платформе, которая расширяет технические возможности. Предусмотрена организация прямых трансляций наиболее значимых событий города, реализация интерактивных проектов, размещение опросов общественного мнения. Благодаря новому ресурсу городские власти смогут эффективнее выстраивать обратную связь с жителями. Кроме того, упрощена навигация и система поиска информации. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагиз» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагиз». Иномарки – лидеры по угонам. Так считают компании «Альфа-страхование». В Самарской области, по их данным, самыми угоняемыми стали Lexus LX, Nissan Tiana и Porsche Cayenne. По абсолютному количеству угонов на первом месте отечественный автомобиль Lada Priora. На втором месте Mercedes-Benz GL. Третье место получает ВАЗ-2113. Специалисты отмечают, что за последние годы методы угона не претерпели серьезных изменений, только набор инструментов поменялся. По прогнозам страховщиков, в 2015 году интерес автоугонщиков будет расти к автомобилям массового сегмента. Кстати, странно, что в «Альфе» не знают, что автомобили «ВАЗ» всегда были лидерами по угонам. Могли бы хоть материалы «Автостата» почитать, что ли. Россиян обяжут страховать жилье. Соответствующий закон уже принят в первом чтении. Согласно документу, тем, чье жилье пострадало от стихийных бедствий, государство окажет поддержку только в том случае, если квартира или дом были застрахованы. Остальным же придется рассчитывать только на жилплощадь по социальному найму, которую нельзя ни приватизировать, ни передать по наследству. Хорошая идея. Только учтите, что страховать жилье начнут тогда, когда доходы граждан в нормальный вид приведут. Госдума приняла в первом чтении закон, фиксирующий минимальную страховую сумму по туристическим полисам. Теперь сумма страховки составляет 2 миллиона рублей. Правда, ко второму чтению страховая сумма может быть увеличена. Если страховки нет, то расходы по лечению за границей несет сам гражданин. Обязательное страхование разработчики решили не вводить, поскольку развитие страхования предусматривает постепенный отказ от обязательных видов страхования. Дельная вещь, конечно, вот только попробовали бы законодатели хотя бы раз добиться исполнения обязательств по страховке. Вот тут бы у них много вопросов возникло. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок по отношению к закрытию торговой сессии среды. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1771 пункт.
Среди лидеров роста – бумаги «Дикси», «Алроса», «Сбербанка», «КамАЗа» и «Префа Сургутнефтегаза». Лидеры падения – акции «Полюс Золото», «НЛ Россия», «Интеррао» и «М-Видео». Повышение на российском рынке происходит на фоне стабилизации котировок черного золота и роста фьючерсов на американские индексы. Торги в среду в Европе завершились ростом, в США – умеренным снижением. В Азии преобладают продажи. Курс доллара на 5 марта – 61 рубль 87 копеек. Курс евро – 68 рублей 30 копеек. Золото стоит 2395 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 66 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 61 доллар 93 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самарский раперист, серебряный призер первенства Европы. Тольяттинские яхтсмены привезли 10 медалей из всероссийских соревнований. Самарская пенсионерка выиграла ветеранский чемпионат России по легкой атлетике. В зимнем первенстве России по легкой атлетике среди ветеранов сборная Самарской области заняла 4-е место. В копилке команды 35 медалей, из них 21 золотая. На пьедестале почета оказались команды Казани, Москвы и Перми. Тем не менее, самарцы удачно выступили в беге с барьерами, в беге на короткие и средние дистанции, в спортивной ходьбе, прыжках в длину и толкании ядра. Золотой хет-трик удался 72-летней самарчанке Галине Куликовой в прыжках в длину, высоту и в толкании ядра. Причем в прыжках в длину она победила с рекордом России – 3 метра 12 сантиметров. В Сочи прошли всероссийские соревнования по парусному спорту «Зимняя ривьера» и второй этап Кубка России в олимпийском классе «Яхт Фин». Кроме российских яхтсменов, в регате гонялись и белорусские спортсмены. От 63-го региона тон задавали тольяттинцы. У них в копилке золотой ривьеры, 5 золотых, 2 серебряных и пара бронзовых медалей. Еще одну бронзу привез Александр Куликин на Фине во втором этапе Кубка России. Самарский раперист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы среди кадетов и юниоров. В командном зачете за награды боролись 19 национальных сборных. На пути к пьедесталу почета российские спортсмены поочередно выбили из борьбы Чехию 45-14 и Бельгию 45-16. В финале Кирилл Бородачев со товарищами уступил итальянцам 39-45. В личном зачете самарца в 1/8 финала остановил на дорожке к чемпионскому титулу опять же итальянец Себастьяно Бичега. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.